Всех приветствую, с вами я, Валекса, и я снимаю видео, карточное гадание, общее карточное гадание, как и обещала. Помните, в моем видеоролике «Доброе утро, морозное утро», да, я вам давала домашнее задание выбрать для себя персонажа из моей колоды. Я выбрала вот такую вот колоду, Ленорман, 36 карт. Буду делать для вас гранд-табло с персонажами. Гадаю я так первый раз, делаю уникальный расклад. Не знаю, что у меня из этого получится. Надеюсь на вашу поддержку. Напишите в комментариях, понравилось ли вам. Итак, я разложила 8 персонажей. Вы можете себя в лице любого загадать. Если вы семейная пара, то можете загадать себя как птицы. Если вы загадали себе медведем, я буду вам рассказывать про медведя. Можете загадать себе змеей, особенно те, кто родился в год змеи. Я вам и про вас расскажу. Для тех, кто родился в год крысы или хочет себя ассоциировать с крысой или мышью, я расскажу по этой карте. Далее у нас есть сигнификатор мужчины. Вот так выглядит. Сигнификатор женщины. Тоже можете себя загадывать. Для тех, кто родился в год собаки, вы будете у меня в колоде под этой картой идти. И лиса. То есть, друзья, может быть, кто-то не понял, я хочу вам сказать, что кем вы сейчас загадали, а я повторю, если вы хотите знать про семейную пару, то можете загадать себе картой птицы. Если не буду повторять, если вы решили быть медведем, то я вам расскажу по раскладу о медведе. Итак, у меня 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сигнификаторов на данный расклад. Какой же у нас будет вопрос? А вопрос у нас будет такой: как вы проведете новогоднюю ночь, друзья? Ставьте на стоп, подумайте, кем бы вы хотели быть в моей колоде, повторюсь. Мужчина, лиса, собака, женщина, мышь, змея, медведь. И если вы в семейной паре, если вы являетесь семейной парой и пожелаете узнать о том, как вы проведете семейной пары праздник, пожалуйста, загадывайте себя на карту птицы. Для того, чтобы сделать гадание, я вкладываю карты в колоду и буду все это дело перемешивать, заряжать карты вопросом. Общее гадание, оно подходит совершенно для всех, кто его смотрит на данный момент. Это я вложила и задаю картам вопрос, как мои друзья проведут эту новогоднюю ночь. Как мои друзья, которые себя загадали по той или иной карте, как они проведут новогоднюю ночь. Скажите карты, пожалуйста, как мои друзья проведут новогоднюю ночь. Что ожидает их в этот праздник, в этот веселый праздник? Я надеюсь, мы с вами вместе посмеемся. Что ожидает мои друзья новогоднюю ночь? Что ожидает моих друзей в новогоднюю ночь, в этот праздник, и как они его проведут? Я сняла с вас колоду. Еще немножко помешаем, зарядим карты вопросом о новогоднем празднике для всех. И начинаем расклад. Итак, первая карта. Гора. Вторая карта. Дом. Третья карта. Луна. Ночь. Далее. Мышь. Вышел первый сигнификатор. И вы, уважаемые мыши, находитесь в своем доме. Это говорит о том, что вы будете встречать праздник дома.
Так, вроде ровно, да? Тут же выпадает у нас дама. Кто загадал себя дамой, вы уже тоже вышли. И вы находитесь в доме дерева. Вас ждут какие-то события, связанные с вашим родом, с вашей семьей. Лиса. Она вышла в доме туч. Что-то ее немножко будет огорчать. Новогодний праздник потом. Посмотрим, что. Кольцо. Оно выпало в доме змеи. Всадник. И букет. Так, все видно, да? По-моему, все видно. Сейчас я еще немножечко задвину, чтобы вам было лучше видно. Последнюю карту не видно. Сейчас, друзья, я еще чуть-чуть. Ну, самое-то главное услышать меня, что я до вас захочу донести через этот расклад. Для кого-то я уже сказала. Будем дальше смотреть. Следующая карта. Птицы, семейная пара. Что-то срочное их ждет. Далее мужчина. Возможно, пойдут в гости к какому-то мужчине. Далее карта дерева. К родственнику. Далее карта развилка. Лилии. Ключ. Ключ, кстати, выпал в доме медведя. Медведя ожидает у нас. Кто загадал себя медведем, он еще пока не вышел. Что-то такое ключевое. Солнце. Собака вышла у нас. А что же в доме собаки? А в доме собаки шикарный праздник. Звезды. Звезды в данный момент у нас как бы оповещают салют, праздник. Вот собака-то у нас будет праздновать и веселиться, по полной оторвется. Корабль. Крест. Гроб. Вот он вышел, медведь. И медведь у нас вышел в доме горы. А медведь у нас, так как он и в его доме ключ, и вышел он в доме горы, будет для всех таким надежным плечом. Возможно, кого-то придется куда-то тащить. Так, поехали дальше. Рыбы. Ой, да медведи еще и деньги ожидают. Змея вышла. А змея у нас, кстати, друзья, вышла в доме сердца. Так что змею, кто загадал себя змеей, ожидают какие-то сердечные перемены. Радостные. В доме кольца вышла. Метла. Я так предполагаю, что змею даже у нас и секс ожидает. Новогоднюю ночь. Так, в доме книги, в доме тайн у нас находится ребенок. Все новое, что ждет вас в новом году, пока является тайной. Кто-то получит письмо. В доме письма у нас коса срочная. То есть вас завалят смс-ками. А кого? А давайте посмотрим, кого. Да собаку. Нашу собаку. Итак, в доме мужчины у нас клевер. Надежда на лучшее. В доме женщины у нас тайна. Сад. Письмо. Ой, да и медведя письмо ожидает. Он сам будет писать кому-то письмо. У него в ногах письмо, в действиях. Якорь. Это говорит о том, что якорь в доме Луны, о том, что кто-то у нас где-то останется ночевать, заякориться. И очень похоже, что это сделает у нас медведь и дама. Заякориться на любовной теме. Ой-ой-ой. Так, вышел букет.
И в конце последняя карта аисты. Аисты – это семейные перемены. Это говорит о том, что всех ждут замечательные семейные перемены. Новогодний праздник. Лучшие семейные перемены, причем перемены по судьбе, надежные перемены. Если складывать расклад, я пока общее говорю для всех, то есть у кого были неурядицы в семье по карте тучи, они уйдут, и это станет для вас подарком. Кто-то ожидает каких-то надежных действий, какой-то хочет преодолеть препятствия, тот это сделает. Далее складываем пополам, да, расклад. Складываются у нас аисты и клевер. То есть это говорит нам о том, что в семье у каждого, неважно какая она, большая или маленькая, ждет что-то новое и что-то очень приятное. Итак, давайте начнем с мужчины. Вот он у нас вот здесь во втором ряду. Мужчина у нас находится в доме метлы, в доме бесед, в доме переговоров, дискуссий. Ну, конечно, это же праздник. Он думает о своем доме с надеждой, да, то есть всего скорее, что праздник он проведет дома, на всех, на каких-то тайнах, которые у него есть. В прошлом году он как бы поставит крест, они уйдут в прошлое. Он хочет, наш мужчина, то есть кто загадал себя мужчиной, хочет что-то плохое в своей жизни забыть навсегда. И, возможно, это связано, кстати, с женщиной. Забыть навсегда и оставить это в прошлом. По ходу коня от мужчины мы выходим на мышку. Да? То есть в вашем доме будет мышка, крыска. То есть вот ищите шатенку. Возможно, это у вас уже есть такая шатенка. Ваша жена или ваша девушка. Далее медведь выходит. Ой, мужчина выходит на медведя. Это говорит о том, что мужчина планирует в будущем. Сейчас пока медведь – это не сигнификатор, это характеристика мужчины. Вот. А это говорит о том, что он в новогоднюю ночь проявит какое-то покровительство. Да? В принципе, и медведь точно так же будет для кого-то важным человеком. Много будет готов даже потратиться на кого-то, да? Кого-то оберегать, быть с кем-то в такой в надежной связи. Да? Далее, значит, по ходу коня мы выходим у мужчины на клевер в его доме. Он ожидает всего самого лучшего, всего самого такого нежного, как росточек, и действенного в своей жизни. Вообще клевер-карта – это очень хорошая. Теперь я вижу с мужчиной, наверное, пока все. Да, еще про будущее этого мужчины. Новогоднюю ночь и позднее его ждут какие-то ночные перемены. То есть вот он корабль, и вот она луна в доме корабля. То есть этой ночью для мужчины случатся какие-то перемены, которые избавят его от одиночества либо внутреннего, либо реального. Далее мы перейдем к сигнификатору дамы. Дама у нас находится в доме дерева. И по ходу коня она сама выходит на дерево. Дама у нас среди мышки и среди лисички. Она будет встречать праздник с родственниками веселой компании, на которых, возможно, как-то придется ей потратиться. И, возможно, немножко кто-то ее... Кстати, лисичка это из прошлого, да? Кто-то ее чем-то огорчит, но... Это все поменяется на карту лилии, на все самое лучшее, на все самое новое. Далее у женщины в ногах, возможно, придется работать кому-то новогоднюю ночь, и за это будет хорошая оплата. Да, всего скорее у нас, кто загадал себя дамой, тому придется поработать, потому что здесь вот у нас еще и якорь в доме луны в новогоднюю ночь. Всего скорее, что так. Но проверяем ход коня. По ходу коня вот дама у нас выходит на солнце. Она будет утром вернется с работы. И утром она будет рада встрече с друзьями.
о тех, о которых мечтала. Далее по ходу коня выходит она на змею. Возможно, это ее подруга, да? Сердечная подруга, потому что змея у нас в доме сердца. Далее дама у нас выходит на медведя. То есть есть у нее какой-то мужчина, который является для нее надежным покровителем, медведем. Далее дама у нас выходит на дерево. А сама-то она в доме дерева. А дерево в доме птиц. Это говорит о том, что в новогоднюю ночь она отправится к родственникам. К родственникам какой-то семейной паре, да, с которыми проведет новогоднюю ночь. Так, это было два сигнификатора. Теперь давайте про мышек. Мышки находятся у нас в доме. И смотрят они на ночной дом, где они будут чувствовать себя вообще просто замечательно. Мышку у нас ждут какие-то, да, такие в доме хорошие перемены в эту ночь. Что же у мышки в ногах? У мышки в ногах какой-то выбор, я смотрю, какой-то новый выбор, какие-то новые откроются перспективы, потому что внизу медведь и письмо. То есть нашей мышке кто-то долгожданный, от кого она ждет, напишет письмо. Это 100%. Либо это будет поздравление. Но письмо, воспринимайте это, можно воспринимать и как смс, и как вайбер, и как передача информации через электронную почту. В общем, как угодно. Далее, у мышки какие-то произойдут у нас ключевые события. Ключевые события. Так, это у нас дом медведя. Ага, ключевые события, связанные с медведем. То есть который напишет ей письмо. То есть мышка-то у нас, оказывается, ждет, возможно, это мужчина какой-то из прошлого, да, ждет какой-то связи с мужчиной, который ей дорог, который является для нее ключевым, и который обязательно ее поздравит с Новым годом. Так, выходим. Теперь, значит, теперь у нас сигнификатор лиса, и я рассказываю про нее. Лиса у нас немножко погрустит. А погрустит она почему? Потому что она находится на данный момент в доме туч, да? А сами тучи у нас находятся в букете. Возможно, лисе кто-то подарит у нас подарок, который ее не сильно обрадует, либо не подарит подарок тот, от кого она этого ждет. То смотрите-ка, вперед посмотрим. У лисы-то тут у нас связи какие-то, да? И встреча какая-то. Так что, лиса, ты давай не переживай. А с кем же встреча? По ходу коня смотрим. А встреча-то с собакой. А собака-то у нас в доме семейных перемен, в доме аистов, то есть встреча с кем-то, кто, возможно, повлияет на ее семейную жизнь. Далее лиса у нас будет веселиться тоже по полной, по ходу коня. Мы выходим на метлу, и очень она у нас любит поговорить, да, хорошо поговорить, весело поговорить. Лиса будет у нас веселиться. Что же у лисы в ногах? У лисы в ногах у нас ключ, змея, это, возможно, подруга, возможно, даже может быть у кого-то, так как расклад общий, возможно, и соперница, да, одинокая соперница, потому что внизу у нас башня. Я также хочу сказать, что лиса у нас сильно повеселится на корпоративе. Вот здесь внизу башня. Возможно, тот, кто загадал себе лисой в моем раскладе, тот будет встречать Новый год с коллегами. И с коллегами будет эта встреча очень рядом сердце, будет очень приятное, рядом солнце, да. Да, точно, лиса у нас с коллегами 100%, потому что тут у нее и обязательства, и ключ, и вот как бы, ну, можно применить такое слово, но для праздника мне не хочется такое словосочетание применять, змея. Но здесь просто карты говорят, они открыто говорят, то есть змеиное гнездо такое, да, это коллектив на данный момент для лисы, это коллектив, где она будет, возможно, даже вы и на работе, либо в кафе, не дома лиса у нас будет. И сначала она этим будет огорчена, но потом-то, смотрите, у нас и солнце, и лилии, все будет хорошо. Так, значит, мы с вами поговорили раз про мужчину, два про мышку, 3 про женщину, 4 про лису. Так, переходим к собаке. Собака у нас вся в семье. Вся в семье в новогоднюю ночь. Вся такая радостная, вся такая веселая. Ее ждут такие замечательные встречи. Вот наверху здесь у нее всадник. Встречи, много информации, много нового. Кстати, чей-то секретик у нас узнает собачка. Чей-то узнает секретик.
который будет для нее подарком. Возможно, это и будет подарок для нашей собаки, который, собака, меня слушай внимательно, который ей по судьбе в семье, который ей сердце, видите, да? А сердце-то у нас в доме рыб, а рыбы-то это у нас деньги, чувства. То есть у нас вот, я в самом начале расклада сказала, что собака у нас просто будет веселиться от души. Вот, она поздравит всех своих друзей, да, по ходу коня. Вот она про свою семью не забудет, про детей не забудет, про любовь, про свою собаку не забудет. И в принципе, вот у собаки-то вообще все круто получается. По ходу коня, значит, мы уже вышли на семью на аистов, мы вышли на сердце, да, в доме рыб. То есть собачка-то у нас с деньгами будет, да, и, возможно, в конвертике кто-то ей там что-то подарит, да. Вот. А собака, значит, у нас с подругой сердечной, так приятно поговорит, ключевая будет какая-то беседа, да, они откроются друг другу, и все плохое у них уйдет. Они найдут какой-то общий язык, возможно, который давно искали, и все будет хорошо. Так, собаку разобрали. Теперь, ну, собака вообще, у собаки все круто. Я вам честно говорю, все будет замечательно. Вот в новогоднюю ночь вспомните собакой, кто себя загадал, вспомните мои слова. Теперь пошли, сигнификатор у нас змея. Берем змею. Так, это уже шестой сигнификатор. У нас останется медведь и птицы. Угу. Так, что у нас змея? А змея у нас в доме сердца. А змею все любят. Змея любит всех в новогоднюю ночь. У нее много друзей. Теперь собака это у нас не сертификатор, не сигнификатор. Это друзья, друзья семьи. Это новые дороги, новый выбор, романтический выбор. Ключевой выбор у змеи будет сделан, да? Вот, ну как это будет выглядеть? Ну, я так думаю, что змея сумеет себя проявить в праздник, показать свою мудрость, свое гостеприимство, свое желание общаться. Так, по ходу коня, значит, мы вышли на дружбу, да, на друзей семьи. Мы выходим теперь на подарки в доме якоря. У змеи будет много подарков, разношерстных подарков. Они обязательно будут. Далее мы выходим на письмо. Также, змея дорогая, если ты ждешь от кого-то письмо, кто тебе давно с тобой не связывался, не созванивался, письмо или звонок будут, я гарантирую. Змея у нас потратит много денег, это я вижу. Рыбки у нее за спиной. Вот, но впереди ее ждут какие-то срочно, кстати, про срочное письмо, да, я сказала, какие-то срочные новые беседы, дискуссии с новыми людьми. Далее, змея выходит у нас на новые дороги, на новый выбор для кого-то, на новые решения, на новые начала. Вот, дорогая змея, у тебя просто все отлично. Итак, в голове у тебя, значит, ключевые решения, змея. Твоя мудрость, твое умение проползти где-то, что-то придумать, найти какое-то решение, какой-то выход, да, чтобы всем было хорошо, чтобы убрать какой-то негатив, если он вдруг возникнет. Возможно, змея даже немножко устанет в конце праздника и захочет отдохнуть и побыть наедине сама с собой. Ну, будем надеяться. Простите, друзья, что это уже произойдет только к утру, либо на следующий день, когда все, конечно, лягут спать. Так, змею мы разобрали. Теперь у нас медведь. Медведь у нас находится в доме развилки. И развилка-то у него в голове. То есть, дорогие друзья, неважно, кто вы, женщина или мужчина, если вы загадали себя вот на эту карту, медведем, вы стоите перед каким-то выбором. И в новогоднюю ночь вы выбор этот сделаете. Вам, ну, нужно будет принять какое-то решение, какое-то новое чего-то, понимаете, новое. И вы опасаетесь, что в связи с этим новым решением у вас будут какие-то, возможно,
либо потери, либо неприятности. Вы вот этого опасаетесь. Так, а что же, да, и вы ждете, причем какого-то документа важного, да, это я уже вот именно про медведя говорю, его характеризую, его праздник. И вы будете стоять новогоднюю ночь, вы, дорогой медведь или дорогая моя медведица, вы будете думать о том, в голове у вас будет постоянно крутиться, а вот надо мне так поступить или не надо мне так поступить? А давайте посмотрим, давайте я вам попробую подсказать, надо или не надо. Впереди-то, вот она горизонтальная линия, да, все скоро разрешится, когда вы получите этот документ, с которым у вас связаны ваши переживания. И разрешится это все у нас. Денежный вопрос разрешится обязательно. Причем вы сумеете включить свою мудрость, свое умение где-то подвести ситуацию так, как вам надо. Потому что вы отлично умеете убеждать людей вот по этой карте. Также у кого-то проиграется по этой карте срочная, новая какая-то тайная встреча с кем-то новым в его жизни. Это вариант я даю общий. Поэтому для кого-то проиграется одно, для кого-то проиграется другое. На улице, ребята, пошел такой снег, просто жесть. Мокрый снег, сильный ветер. И я продолжаю. Так, поехали с медведем по ходу коня. А медведь по ходу коня у нас выходит на даму. То есть в новогоднюю ночь у медведя будет какая-то дама. Родственница, либо это жена, либо это муж, если вы, женщины, загадали себя медведем, да? Которая вам по судьбе, которая для вас, в которую вы проросли своими корнями, которая вам очень нужна, потому что вы вот и выбор-то сомнения делаете с этой дамой, да, у кого-то проигрывается через письмо, кстати, вы и первый напишите, медведь, этой даме, да, у кого-то, слушайте меня, вот, и чувства-то у вас такие романтические, сексуальные, вы вот прямо так вот ее желаете, эту даму, а что же вас ждет с этой дамой? Беседы, разговоры. Вас ждут беседы, разговоры, вы будете обсуждать. И, возможно, придете к какому-то новому, скорому по ребенку и по косе решению. Так, далее по ходу коня. Да-да-да, вот я у медведя-то и вижу. Тут у него по ходу коня у нас книга. Это старая тайная история какая-то, да, вот по ходу коня женщина и по ходу коня книга. Медведь, не переживайте, вы, да, я теперь вижу, возможно, мой медведь дорогой или вы, медведица дорогая, что-то хотели в прошлом закрыть, но в эту новогоднюю ночь, вы сделаете первый шаг, и вы мучаетесь по поводу, нужно это делать или не нужно. Я хочу сказать, что нужно. Нужно, потому что письмо в доме солнца, нужно этот шаг сделать. Вот, и какая-то тайна по судьбе, какое-то то, что вы хотели в прошлом забыть, возможно, это женщина, возможно, какой-то мужчина, возможно, какое-то событие, оно потом обернется для вас мужским таким поступком, серьезным, который вам принесет надежду в ваш дом. Понимаете, он, решайтесь, медведь, вот я прям что-то на медведе зациклилась, я вижу, у нас вот медведь или медведица перед таким серьезным выбором стоит, вот он и на ключ, что у нас тут выходит, и на одиночество-то, да, либо быть одному, либо выбрать эту даму, вот, и сомнения-то его мучают, да, и вот тут в прошлом-то закрыто было это прошлое с этим человеком у медведя. Нет, дорогой медведь, не переживайте. В эту новогоднюю ночь, вот она луна, по ходу коня в конце выходим, вас ждут перемены. То есть перемены, если вы одинокие, произойдут по судьбе. Корабль у нас вот здесь. Одиночество ваше поменяется в лучшую сторону. Так, что я еще хочу, медведя, глянуть на будущее, вот романтическое общение. Вот
Даже, возможно, и с двумя женщинами. А, медведь, да ты, походу, выбираешь. Не знаешь, кого выбрать. Да? Тут потому, что у тебя и мышка в голове, и, походу, коня у тебя дама, с которой ты связан глубоко корнями. И тут у тебя еще и лиса из прошлого появилась. Да, медведь или медведица, ты у нас такой прям загруженный оказался в новогоднюю ночь. Но, что я хочу сказать. Смотрим в будущее. События переменятся. Все будет хорошо. Если вдруг вы, медведь, решите, примите решение встречать Новый год в одиночестве, в принципе, это неплохо. Это неплохо, потому что потом-то вас ждет и любовь, и подарки, и семья. Возможно, вам нужно остановиться и подумать. Это я даю варианты для всех. Да? Переходим к последнему сигнификатору. Птицы. Кто загадал на свою семейную пару расклад. Расклад у меня получается длинным. Друзья, досмотрите, пожалуйста, до конца. Это важно. Итак, у нас вообще у семейной пары, она находится в доме косы, все будет происходить быстро, молниеносно. Все какие-то преграды для встреч будут просто сметаться в ногах перемены, в ногах, то есть в действиях. У нас вообще семейная пара куда-то отправится, я уже говорила, да? Срочно куда-то прямо, возможно, даже не планируя срочно куда-то отправиться, где будут у них прямо... легкие встречи, ну вот легкие отношения, веселье, радость. Кратковременная, по карте клевер кратковременная, но ведь и ночь-то новогодняя, она не может длиться долго, правда? Вот. Далее у нас у семейной пары есть какая-то своя тайна, которую она никому не расскажет. Вообще у семейной пары, смотрим по горизонтали, будущее. Тут вариантов масса. Тут из кто-то пригласит вам, возможно, какого-то захочется навестить родственника. Возможно, и вы будете даже выбирать, семейная пара моя дорогая, вы будете выбирать, куда же вам отправиться. Сами вы друг другу будете настроены очень романтично. Это будет ключ в вашем таком вот поведении, очень романтично. Вы будете веселиться, выпивать. Радоваться, выпивать. Почему говорю? Потому что солнце рыбы, огненная вода по ходу коня от солнца. Она, кстати, и к даме у нас выходит, эта огненная вода. Вот она у нее в ногах, рыбка с солнцем вот по ходу коня. Далее дружеские встречи, да. И на улице вы будете запускать салют. Вот, со своими друзьями. По-моему, я никого не забыла. Вроде никого не забыла. Так, каким будет праздник в целом? Праздник в целом. Смотрим на дом звезд и на дом луны. В доме звезд у нас, значит, солнце. Праздник будет веселый, солнечный для всех. Но о чем я хочу сказать? Что если у кого-то есть какие-то обязательства, у солнца я вверху вижу вот кольцо, брак, какие-то обязательства, пожалуйста, вы их проявите мудрость, вы их выполните, вы будете много разговаривать, вы будете говорить какие-то тосты, любвеобильные вы будете такой, и даже, возможно, кому-то захочется посорить деньгами. Так, теперь смотрим, значит, это у нас в доме звезд мы посмотрели солнце, а в доме луны у нас якорь. То есть, дорогие друзья, все вы мои, конечно, в новогоднюю ночь будете заякоритесь где-то, где я уже сказала, заякоритесь в этом празднике и будете отмечать его с удовольствием. Ну вот, правда, говорила я, да, что вот у кого у нас у лисы, возможно, желание уединиться появится. У медведя, возможно, желание уединиться появится. И, возможно, у змеи появится желание уединиться. Но, все в ваших руках. Я не буду тратить время на то, чтобы... И так уже видео получилось длинное. Для того, чтобы собрать этот расклад. Я единственное, что хочу сказать, что в доме якоря у нас букет. Букет – это подарки. Это для всех. Получат подарки все, кто-то в виде долгожданного поздравления, кто-то в виде долгожданной встречи, кто-то в виде материальных каких-то, да, благ и праздничного стола.
То есть опять складываем расклад и получаем праздник недолгий, но веселый, легкий, который закончится, видите, ночь, утро, закончится под утро в каждой семье. И этот праздник будет надежно, вот гора будет надежно в доме ночью. Видите, как я вам все сказала? Я желаю всем веселья. Я желаю всем не испытывать в эту новогоднюю ночь одиночество. Я хочу, чтобы каждый получил в подарок то, что он хочет, о чем он мечтает. Ну и не забывайте, друзья мои, получая от кого-то что-то, отдавать обязательно взамен. Это важно. По законам эзотерики, когда мы что-то берем или нам что-то дают, нужно обязательно дать взамен. И тогда будет происходить вот такой вот круговорот, и все у вас в жизни будет как пазл, все будет складываться в лучшую сторону. Заряжайте себя на позитив, заряжайте себя на все самое лучшее. С вами была я, Валекса. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду рада, друзья. Всем пока!